Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Paranoid, второй студийный альбом британской рок-группы Black Sabbath, записанный продюсером Роджером Бейном и выпущенный в 1970 году. В 2002 году альбом занял третью позицию в рейтинге 100 лучших рок-альбомов всех времен по версии журнала Classic Rock. Рабочее название выпускаемой пластинки было War Pigs – «Военные свиньи». Однако от него пришлось отказаться, так как компания звукозаписи опасалась негативной реакции в США, которые вели войну во Вьетнаме. Посмотрим, что внутри. На обложке альбома представлен искаженный фотографический образ выскочившего из-за дерева бородатого человека со щитом и мечом в руках. На обратной стороне все тот же образ человека и трек-лист к альбому. При оформлении альбома впервые была использована фотография музыкантов. Она расположена на развороте пластинки, а также название композиции и список людей, принимавших участие в записи альбома. Внутри нас встречает белый конверт для пластинки. Пластинка одна. На яблоках указан трек-лист каждой из сторон и логотип лейбла. Paranoid – один из знаковых альбомов в рок-музыке. Не слышать этого значит не иметь представления о том, откуда пошла земля хэви-метала. Спасибо, что посмотрели наш обзор. Подписывайтесь на наш канал и группу ВКонтакте. Ставьте пальцы вверх, жмите колокольчик. Все ссылки вы найдете в описании к видео.